снова Ирина Барметова и Евгений Топов. Василий Аксенов написал «Звездный билет». Он очень хотел создать премию «Звездный билет». Премию молодым. Но определение «молодой» — это недостаточно было для Аксенова. Новое поколение для него ничего не значило. Хочешь или не хочешь, все равно поколение придет. Аксенов хотел поколения новых писателей, дерзких и молодых, дерзких и смелых, дерзких и талантливых. Именно этим мы следуем и будем следовать в дальнейшем в поисках молодых талантов. Но в год, когда ушел Василий Павлович, решением Совета попечителей, премия не будет вручаться. А символ этой премии – звездный билет – мы передадим семье Аксенова. Для получения памятного знака премии «Звездный билет» на сцену приглашается сын Василия Аксенова, Алексей Васильевич Аксенов.